спрашивают подписчики, как так, почему мы красим цинк? Всем объясняю и показываю уже в какой раз. Красим по одной причине, что сама оцинкованная труба, вот она, смотрите, какая гладкая, красивая. Первое, это шов сварной, который ржавеет, да, видите все? Второе, цинк сам по себе в агрессивной среде, в теплице, окисляется. Уже сколько раз про это говорю, и кино снимаю, и видео, все равно вот упоротые люди не понимают вообще, смотрите. Вот она, цинковка вся. Это качели, на качели сиденья. Наносится порошок, который в печи потом расплавляется. И получается качественная полимерно-порошковая покраска. Видите, все? Массу где-то бьет. Видите, когда трещит, это масса. А масса – это человек. Видите, в руку берет, раз, и создается ноль, минус. И вот так наносится порошок. Вот как быть, я не знаю, как уже можно еще больше объяснять, почему мы красим с полимерно-порошковой покраской. Качество, самое главное качество, наше преимущество. В этом плане мы первые, самые лучшие. Вместо Ростова сегодня одна, вот сейчас прям я отправлю ссылку, доказывала, что цинк это лучше, чем полимерно-порошковая покраска. Но вы уже ездите на машинах некрашенных, их же красят для чего? Для того, чтобы они дольше вам служили, для того, чтобы лучше был внешний вид, не ржавели, не окислялись. Так же и мы, только качество. Вот смотрите, даже пластины закладные, это полимерно-порошковая покраска, видите? Красота какая. Как еще доказать, я не знаю. Потом она едет сюда, вот в эту печь, где при 180-200 градусов порошок расплавляется, растекается и заполняет все. Вот такая покраска. Лучше ничего еще не придумай. Это не жидкая краска, это именно порошковая покраска. Сейчас пойдемте покажу. Вот они, стоят цинк, например, да? Даже еще у нас старого типа, видите? Белый цвет, мы сейчас на второй слой их перекрашиваем, потому что переходим на коричневый цвет. Качели. Это арки, усадьба уральская, VIP, готической формы. Вот это вот заказная легенда. 3,3 на 5,8. Монтаж на неделе. Все это оцинковка. Поэтому всем скептикам и всем, кто не понимающий, показываю, рассказываю вживую, все рассказываю. Как я могу тут кого-то обмануть? Просто столько бреда. Они вот наслушаются всяких там продажников, менеджеров, лишь бы втюхать, продать. И дальше не хотят слушать. Так вот, сейчас. А теперь пойдемте вживую, покажу вам теплицы. Просто уже сил нету доказывать людям. Вот они, видите, тоже цинк стоит. Вот даже на перекрас белый. Вот эти двушки уже по акции белые распродали остатки. Мы их на второй слой покрасим в коричневый цвет. На второй слой. Знаете? Вон. Все отверстия даже просверлены. Все. Это все ручной труд. А вот теперь смотрите, какая красота получается. Вот, говорят, вы обманываете, все это черная труба. Вот оно все. Все, вот он, коричневый цвет. Все в полимере. Видите? Как еще доказать обратное? Не знаю. Про огурчики, про наши расскажу, кто в прямом эфире. Смотрите, какие у меня огурцы здесь. Сегодня сниму урожай буду. Вчера снимал, каждый день уже сейчас снимаем. А эта сторона вот другая. Смотрите, внимание. Смотрите, сколько их. Гроздями висят. Угощаю клиентов.
и сами кушаем. Видите? Гоша. А что у нас там еще? Шоша. Директор Герольд от Семена Партнер. Еще какие-то желтенькие, смотрите. Даже вкусные огурцы. Но это русский огород. Тут у меня разные сорта. Видите? В мешках растут. Знаете, какой минус образовался, узнал я. Надо их поливать очень часто. Очень и очень. В мешках они быстро очень сохнут. Надо делать сюда капельный полив. Приходится и утром поливать их, и вечером. Вот такая вот. Ну вот, все, выговорился вроде бы. Все отлично. Поэтому всем пока. Если будут вопросы, пишите в директ, задавайте. Все расскажем и покажем вживую. Мы ни от кого ничего не прячем. Все рассказываем. Если какие-то замечания к нам, пишите. Мы всегда образуем обратную связь. То есть всегда, пожалуйста, принимаем все. Всем огромное спасибо за просмотр. Так что запомните, мы применяем только оцинкованную трубу и полимерно-порошковую покраску. Все, больше ничего. Только качественный продукт. Всем пока. С прекрасным днем у нас на Урале под 40. Жара, надо купаться, загорать, а мы работаем, все работаем.